1С Паблишинг представляет. Роберт Рождественский. Алёшкины мысли. Стихотворение для детей. Исполняют Дмитрий Назаров и Александр Пенегин. Из воспоминаний Роберта Рождественского. Стихи эти родились после того, как у меня появился внук. Назвали его Алешей. И он сразу же стал самым главным человеком в нашей большой семье. Конечно, сначала он, как и все дети, ничего не говорил. Только плакал иногда, а еще улыбался. Но пришло время, и однажды он произнес слово «мама». Потом «дай», потом «папа», «баба», «деда». Деда — это я. Но говорил он до поры не слишком много. И я его понимаю, ведь настоящие мужчины, в отличие от настоящих женщин, говорят лишь тогда, когда им есть что сказать. Так что Алешка больше ползал, пыхтел, что-то строил из кубиков, а чаще всего просто сидел, внимательно смотрел вокруг и думал много, хмурился и улыбался своим мыслям, однако выразить их, конечно, еще не умел, не мог. Вот тогда-то я и решил помочь ему написать стихи от его имени. Можно считать, что эти стихи мы сочинили вдвоем, четко распределив свои обязанности. Алешка думал, а я писал. Значит так, завтра нужно ежа отыскать. До калитки на левой ноге проскакать и обратно на правой ноге до крыльца. Макаронину спрятать в карман для скворца. С лягушонком по-ихнему поговорить. Дверь в сарай самому попытаться открыть. Повстречаться, побыть с дождевым червяком. Он под камнем живет, я давно с ним знаком. Нужно столько узнать, нужно столько успеть, а еще покричать, посмеяться, попеть, после вылепить из пластилина коня, так что вы разбудите пораньше меня. Это ж интересно прямо. Значит, у мамы есть мама. И у этой мамы мама. И у папы тоже мама. Ну, куда ни погляжу, всюду мамы, мамы, мамы. Это ж интересно прямо. А я опять один сижу.
Если папа бы раз в день залезал бы под диван, если мама бы раз в день бы залезала под диван, если бабушка раз в день бы залезала под диван, то узнали бы, как это интересно. Мне на месте не сидится, мне бежится, мне кричится, мне играется, рисуется, лазается и танцуется. Мне на месте не сидится, мне бежится, мне кричится, мне играется, рисуется, лазается и танцуется, вертится ногами, дрыгается, ползается и подпрыгивается, мне кривляется, дурачится, улыбается и плачется, ерзается и поется, падается и встается. Мне на месте не сидится, мне бежится, мне кричится, лично и со всеми вместе к небу хочется взлететь. Не сидится мне на месте, а чего на нем сидеть? А чего на нем сидеть? Ну а чего на нем сидеть? Дам-пам-пам-пам-пам-та-дам-та-дам. Дам-пам-пам-пам-пам-па-дам-па-дам. Дам-пам-пам-пам-пам-та-дам-та-дам. Комары, комары, комарики, не кусайте меня, я же маленький. Но летят они и жужжат они, сильно сладкий ты, извини.